4 ноября молодежное общественное объединение отметили праздничным шествием. Под гром оркестра ребята прошагали от площади Революции к площади Пушкина. Более сотни человек не пожалели выходного и вышли на улицу. Мы хотим доказать своим сегодняшним присутствием именно здесь, что патриотом быть не только модно, но и надо. И, как вы видите, здесь сейчас представлено будущее нашей страны. Затем устроили митинг. Много говорили о патриотизме, о любви к родине и дружном отпоре врага в случае необходимости. Некоторые ребята признавали, что конкретно для них патриотизм – это не абстрактное понятие, а вполне конкретная любовь к конкретному объекту. Для меня Иваново – это родной город, я бы ни за что его не променяла. Тем не менее, хотелось услышать, какую реальную пользу родному городу, региону могут принести конкретно эти ребята. Но первый же случайно выбранный молодой человек признался, что интересуется политикой. Интерес понятный, востребованный, но не самый полезный для граждан. В новом рубеже я участвую как координатор собственного проекта, проект Академии молодых политиков. В нем мы занимаемся учением молодежи исторической и политической грамотности. Объясняем людям, почему вот такие митинги важны для современности и важны для нашего города, важны для нашей области и важны для нашей страны. Ложку дегтя внес оказавшийся на митинге экс-коммунист Андрей Автанеев. По его мнению, у праздника единства в Иванове не получилось. Губернатор 10 часов провел митинг на площадь Победы. Теперь он в 12 часов проводит тот же митинг на площадь Победы, но уже для христиан. Будет религиозный ход. Теперь молодежь здесь, которая всех называет фашистами. То есть не единство, а наоборот разобщенность. Праздник – разобщенность. Возможно, в этом есть своя доля правды. И даже если для кого-то праздник не сложился, то выходной удался. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.